Всем привет! Меня зовут Александра, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня понедельник, 28 декабря. У нас час дня сейчас, и я начинаю свою новую вышивальную неделю. На этой неделе, так как это уже последняя неделя декабря, мы с вами будем наблюдать за отшивом, как и на прошлой неделе, Эльзы новогоднего шара, и, может быть, возьму в процессу и моего Дедушку Мороза, так как у меня на прошлой неделе закончилась задняя часть. Осталось вышить лицо, переднюю часть. На Эльзе я уже начала отшивать четвертый этап. Хочу продвинуть насколько можно больше данный процесс, так как у меня сейчас отпуск до 7 января. И время как бы будет побольше на вышивку. Вчера я начала вышивать четвертый этап, да, и сегодня я думаю, что смогу закончить. Посмотрю, как у меня будет по времени. Если успею сегодня закончить, то уже буду просить пятый этап, который у нас будет вот здесь. Вот. Так что сейчас я пойду вышивать. И мы с вами посмотрим завтра, насколько я успею продвинуться. Всем снова привет! У нас уже вторник, 29 декабря. И вот я вам показываю мое продвижение за вчера. Вчера я делала включение где-то в час дня. Но у меня не получилось повышивать, так как муж попросил ему помочь насчет ремонта. И села я вышивать в 11, почти в 12 ночи. И до 3 часов я вышивала. И вот вы видите, у меня полностью закончен четвертый этап. Сейчас я буду переставлять пяльца и буду вышивать пятый этап, который я получила сегодня утром. Будет он находиться здесь. Ну и завтра мы с вами посмотрим на мои продвижения. Отшивалась четвертый этап у меня достаточно легко и просто, потому что вот вы видите, да, что практически весь участок у нас вышит полукрестом. Крестики у нас присутствуют только вот здесь и вот здесь вот 7 крестиков. Вот, а так полностью полукрест. Посмотрим, как у нас будет выглядеть следующий этап. Надеюсь, что отошьется тоже достаточно легко, даже если там практически полная зашивка идет. Но посмотрим. Сейчас я пойду садиться за вышивку. Потом мне надо будет попозже выйти купить недостающие мне ниточки, которые заканчиваются. Ну, посмотрим, сколько я успею сегодня повышивать. Так что все, увидимся буквально через секунду с моими продвижениями за сегодняшний день. Девочки, у нас сейчас 20 минут шестого. Сижу я такая себе, вышиваю свои полукрестики на пятом этапе Эльзы. И только что мне позвонил курьер. И пришла ко мне посылочка. Зайка, перестань. Пришла ко мне посылочка из казачинины. Я уже раскрыла, чтобы вам не шуметь, но еще толком ничего не смотрела, что там у нас внутри. Ну, я, в принципе-то, знаю, что внутри. Но сейчас я вам буду показывать. Так, сейчас я отодвину тут чуть-чуть. Ой, так. Подождите, вытряхну все добро. Так, здесь у нас лист. Два, да. И сейчас мы с вами будем смотреть. Так, ниточки. Это маме подарок, который я купила.
подарок нету. Так, сделала я маме подарок на Новый год. И взяла я ей вот эту схему от Lavender and Lace. Peace Angel, ангел мира. Вот, нравится он ей. Ну, в принципе, она хотела очень давно это рождественскую елку 2007 года от Mirabilly, но я нигде ее не могла найти. И потом она как-то проговорилась, говорит, нравится мне и этот ангел. И была возможность, купила я ей схему, купила канву к этой схеме, купила ниточки, ну все, короче, что надо для вышивки данного процесса. Такой прекрасный ангел. Нюшенька, пожалуйста. Да, смотрите, как наша Нюша замотала лялю свою. Так. Old Gold Canva у нас... Значит, схема. Ниточки все, которые нам нужны для данного процесса. Здесь у нас... Ой, сейчас я раскрою. Разорву. Зайчик, подожди, я видео делаю. Так. Шумим. А, вот, значит, тут у нас креник. Два оттеночка. И вот у нас идет бисерой. Этот какой малюсенький. Зайчик. Дай. Милхил у нас все. Вот. Бисер. Тут у меня... Какой-то должен быть мой. По-моему, вот этот вот. Должен идти мне на Эльзу. Если я не ошибаюсь, надо посмотреть потом номер. Вот. Короче, все вот эти вот бисеринки. Все. А, нет. Подождите, не все. Тут у меня есть и для моих феечек, которые я вам показывала, которые у меня китайский набор. Я посмотрела, нашла оригинальный ключ. И по оригинальному ключу я уже купила тут 9 штук у меня бисера. Зайчик, подожди, пожалуйста. Так, здесь у нас 9 оттенков бисера. Должны быть для моих феечек, которые буду вышивать для дочки. Один оттенок у меня пойдет на Эльзу. Так что вот так. Ну, вот эти два креника, они для мамы. Потом мы купили пластиковую канву. Тут 3 пакета. 4 пакета по 2 канвы здесь. Вот. 14-й каунт. А черную канву я себе купила. Это у нас, да, тоже 14-я. Буду заменять. Я вам показывала. У меня есть процесс верба от Овна. Там она на бежевом. Я хочу заменить на черную канву, потому что там серебряный бисер и светлые оттенки ниточки будут выделяться более хорошо на данной основе. И мне еще пришла вот такая канва. По-моему, это у меня идет на
мою гирлянду Merry Christmas от Совиного леса. Так что будем ждать ниточки. Схема у меня есть, канва есть, ниточки ко мне идут. Вот. И когда придут и ниточки, можно будет уже садиться и... Ой, где тут красота-то? И вышивать. Вот, так что сейчас я это уберу, потом, когда мама с работы домой придет, я вместе с ней буду разбирать. Тут у меня... Да, значит, мне не пришла канва только на моих феечек, не было, видать, на складе. И не пришла канва, по-моему, на Ангела Мира. Но они мне сделали как отдельный заказ. Когда уже будет у них в наличии, они мне вышлют отдельно. Но достаточно быстро пришло, потому что заказ я делала 24-го вечером. И сейчас уже, считайте, 29-е, вот сколько дней мне пришло. Да, вот смотрите, какая у нас Эльза есть. Надо будет одолжить потом у дочки, чтобы сделать фотографии с вышивкой Эльзы. Вот, так что сейчас я буду это добро убирать и пойду вышивать дальше. Новогодний шар. Всем снова привет. У нас уже пятница, 1 января. Наступил у нас Новый год. Поздравляю всех с этим праздником. Желаю здоровья, счастья, любви, успехов и всего самого-самого хорошего. Продолжаю я после двухдневного перерыва с вышивкой снимать мою вышивальную неделю. 30 и 31 декабря у меня были вообще не вышивальные. Плюс мы и ремонт заканчивали, надо было уборку сделать. Вчера у меня была и уборка, и готовка, и все вместе. Короче, мы... В последний момент в 12:00 сели за стол, вытащила последнее блюдо на стол, но успели. И хочу вам показать, мне пришло с Алиэкспресс 30, по-моему, декабря, вот эти декоративные скотчи, которые будут использоваться у меня для моего рукодельного дневника. Вот, одна коробочка с такими тоненькими, и вот эта вот, которая с пошире. Вот эти вот три мои самые любимые. Они мне нравятся просто очень-очень-очень. Эти тоже такие, ну, нормальные, осенние такой, осенью можно. Но вот эти вот они самые, на мой взгляд, красивые. И плюс вот мне пришли три одинаковых ручки с моим знаком зодиака, стрелец. Они пишут черным цветом. Вот такие вот красивые. И вчера мне мама сделала сюрприз на Новый год. Подарила мне такую вот книгу для вышивки. Вот. Такая красивая вышивка. Она идет даже как обучающая книга. Тут морские такие, морской алфавит. Сейчас я посмотрю, если смогу. Вот здесь она показывает, как вышивать. Ну, как она вышивает, ее сфотографировали. И здесь у нас идет схема, и тут каждый этап у нас расписан по страницам, на какой странице надо смотреть. И здесь у нас уже пошел алфавит. Это потом буквы переводятся на канву и вышивается по тому, как указано здесь в книге. Вот весь алфавит здесь английский, ну, итальянский, английский.
Здесь у нас должны быть... Еще декоративно. Вот здесь видите, когда переводится на канву и вышивается. И здесь у нас уже показан каждый этап, как у нас должен вышиваться. Ну, вот тут звездочка, как у нас вышивается с первого этапа до последнего, и плюс здесь у нас потом украшается французскими узелочками. Здесь как пришивать ракушки. Вот такая вот у нас интересная книга. Вот можно даже надпись вышить и сделать как мешочек на море, там, например. Да я не знаю, что-то еще там. Ну, вот такие вот у нас морские мотивы здесь. Можно имена выписывать, ну, что угодно, что вам нравится. И здесь у нас ключ ткани льна. И вот у этого автора есть еще с цветочными мотивами и такой вот с колосочками, с такими полевыми растениями. А здесь у нас уже более такие розы, там лаванда. Вот. Ну, мама пока что взяла с морскими, потому что я видела ее на витрине. И потом мама все ходила, спрашивала меня, типа, хотелось бы иметь такую книгу. Я говорю, ну да, в принципе, неплохо посмотреть, как оно вышивается, потому что мы-то не вышивали никогда в такой технике. Было бы интересно посмотреть, полистать, может быть, даже и попробовать хотя бы один элементик маленький какой-то выбрать и чисто для пробы посмотреть, как оно пойдет. Вот, так что такая у меня... интересная книга в моей коллекции. Вот. Ну а сейчас я хочу вам показать, чем я буду сегодня заниматься. Буду заниматься вот этим. Буду начинать такой сэмплер для дочери. Я сейчас только закончила снимать отдельное видео, так что много я задерживаться не буду тут на этом. Называется My Baby. 122 на 160 крестика, на 164 крестика. 14 каунт канвы. Схема у нас, как обычно, в Амишоп такая крупненькая, хорошая. Так, сейчас я вам покажу тут чуть-чуть. Вот, по ключу, значит, в сантиметрах это у нас идет 22,13 на 29,75 сантиметров. Вышивается крестиками в одну и в две нити, полукрест в две и в одну нить, четверть крестика, петит, французский узелок, бэкстич и еще какой-то шов. Надо будет разобраться, что такое. Вот. Будет он вышиваться на канве такого оттенка коричневого. И вот наши ниточки. Такие красивые, нежные оттенки ниток. Плюс вот у меня есть еще и золотая ниточка такая. И они вкладывают еще стержни, нитки вдеватель. И вот две иголочки.
Так что сейчас я пошла искать серединку, начинать вышивать. И завтра мы с вами посмотрим на мои продвижения за сегодняшний день. Всем снова привет! У нас уже суббота, 2 января. И я сейчас буду приступать к вышивке. Была сегодня на работе, потом после работы делала домашние дела, уборку, стирка, уборка. Вот. Хочу вам показать вчера, который набор я начала. Так выглядит, но я буду делать рестарт, потому что здесь просто море четвертинок, и мне не нравится, как оно получается. Буду красить равномерку. Покрашу равномерку и думаю, что у меня работа пойдет лучше, потому что здесь канва чуть-чуть твердоватая и прокалывать в серединку не очень легко. Вот. Так что вышила я вот столько, и потом немножко психанула, отложила в сторону и взяла мой пластиковый процесс «Сокровище Дедушки Мороза». Начала я вышивать лицевую сторону. Вчера я отрезала часть, на которой у нас спина Дедушки Мороза. Надо ее вырезать, но это можно и потом сделать. Отрезала я, чтобы она у меня здесь не мешалась, чтобы не делала тяжесть, и начала вышивать лицевую сторону, переднюю сторону. И вы можете заметить, что у меня отшит полностью мешочек. Сейчас я буду приступать, наверное, сегодня-завтра я повышиваю эту работу, может быть, завтра даже возьму Эльсу, не знаю, посмотрим. Но сегодня я хочу продвинуть немножко Дедушку Мороза, потому что она, в принципе, сюжетик небольшой, и как бы закончить такой быстрый, первый быстрый финиш не помешает. Вот, так что сейчас я буду садиться, вышивать, и завтра мы посмотрим, что у меня получилось за сегодняшний день. Всем снова привет! У нас уже воскресенье, 3 января. И хочу вам показать мои небольшие продвижения за вчера по отшиву моего Дедушки Мороза. Я отшила полностью белый цвет по бороде здесь, шапочке, сапожки ему вышила, и здесь хвостик сделала зелененький от мешочка. Сейчас мне остается вышивать только всеми тремя четырьмя оттенками красного цвета, после чего могу приступать к бэкстичу и украшению бисером. Не знаю, успею или нет за сегодня закончить, но надеюсь хорошо продвинуть. Так что пойду я сейчас вышивать, ну а вечером или завтра, посмотрю, как у меня будет по времени, мы с вами увидимся в последнем включении на этой неделе и подведем небольшие итоги. Ну а сейчас я на секунду с вами прощаюсь, скоро увидимся. Всем снова привет! У нас уже ночь, воскресенье, ну уже понедельник. Но делаю последнее включение на эту неделю. Сегодня вышивала я своего Дедушку Мороза. И вот вы можете заметить мои небольшие продвижения. Как-то у меня сегодня получился не очень вышивальный день, но все равно какие-то, хоть даже и маленькие продвижения у меня есть. Вышивала я вот двумя красными оттенками, даже один я не закончила, вот этот вот, который более светлый, вот здесь.
Надо его здесь по всему низу шубки пошить. Но это уже оставим на следующую неделю. Сделала я даже сегодня коллажик со всеми моими планами на 2021 год. А не успела я сделать только на... Не успела втолкнуть в этот коллажик превью на Дедушку Мороза и на Эльзу, но не страшно сейчас, когда возьму компьютер, чтобы монтировать эту вышивальную неделю. Займусь и этим делом. Так что завтра распечатаю их, потому что вот вы, в принципе, видите, да, что у меня уже первый финиш практически на подходе. Надо только самое главное его не забросить. Вот так. Так что буду я с вами уже прощаться, пойду монтировать эту вышивальную неделю. Завтра вы уже сможете на нее посмотреть. Ну, а на этом я с вами буду прощаться. Если вам понравилась моя не очень вышивальная неделя, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, а мы с вами увидимся на уже завтра. Завтра я начну свою новую вышивальную неделю. И посмотрим, что у меня будет вышиваться там. А там у меня планы такие, ну, хотя бы на 3 процесса. Ну, там уже будем посмотреть. Так что на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.